А на чемпах будет еще там? Шейпера есть там. Он бузер наш, может бузера взять, у него и хил есть. И едем. Аэродром нужен просто. Дот вон, бля, вообще что все. Нам тут саппорты вообще понадобятся? Зачем? Ну хорошо. Ну так, на всякий случай. А рыба у нас что-то, есть? Что-то были здесь давно, последний раз, я уже не помню. Поставьте джиса, я возьму у себя за банка. Поставил джиса. Все в инсте ставлю рыбу. Она, да? А я для чего? Чё бафлите? Каску кулак буду бафлить. Ой. Ты не дублируешься. Со Снобаль там под босса бежать или нет? Ты первый танчит. Чем могу быть полезен? Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания Серебряного Авангарда... А кто танки? ...в цитадель Ледяной Короны. Войд и ДК. Это героям Альянса Тирион. Вижу. Достойных соперников в багровом круге. Оставь ему одному кирпич, второму будет душок. Пожалуйста, так будет пить. И никто тебя мучить не будет. Бой, герой! Да-да, сейчас остану, у меня сад. Снобальд под этот... Таниса, Паша, давай под босса, быстро.
стаки по 30 кабель. Да не мастерала, блядь. И ко мне к кружку потом вернись, на мне такси. Хорош, разморозь меня. И забирай обратно. Забирай. Хорош. На мне такси. Слишком далеко вы разошлись. Беги по рейду, череп. Череп по рейду, захил даем. Держу пока. На ромбик такси. Хорошо. Так, сейчас, по-моему, он будет плевать. Так, Мелизона вся вышла отсюда, все покинули отсюда. От червя ушли, словили рейндж. РДД и милики словили между собой рейндж. Бьют только РДД сейчас. И Винар, иди забери босса, у меня и танчи. Словили рейндж. Метки, словили рейндж. Ну что, румынские, что ли, разведчики? Маши. Не было ветка. Эти курочи Берни хотя бы. Косуки, отойди от лица. Нет, Ханта, Вадим, там он спрашивает. Тебе спрашивают, что за ним? Тоже не вижу такой ник. Да хан, все поняли. Да нахуй сразу не надо, бежим. Все, закройте рот, не надо нихуя поднимать. Бейте этого дурака так. Блин. Да, задумчик. Ханты, снимите врагу. Здесь и не снимается вроде. Хаймер разве не снимает? А, кстати, есть, может, все-таки Берни задумал? На цели убегайте. Нормально, ДПС хватает. Если кто не умеет бегать, прям на него бегите, вас не ударят. Ну тут не работает так. Нет, не русские.
чудовища повержены! Идем-то что, по ИП или по РОУ? 58 по РОУ, все. 3 по ИП. Так у нас пух. Значит, все по РОУ. Действуем как в РСке, вообще-то. Ребят, если бабычки вам не надо набирать раньше, все захиливается, то здесь обязательно. Вас цепухой просто положит. По последнему цепуха прилетит ваншотом, 100%. Можно рыбу еще раз пожаловать? Подожди секундочку, выкину, а сейчас захожу. Посмотрите, вы все в куче стоите, посмотрите, сколько места свободно. Да. Будет. Кто босс из танков берет? Я просто ДК не вижу в центре. А, он рядом со мной. Я просто в кого на пул отдавать? И... Потом бац, кто-то сорвал агро у него на поле или да? Лучше заранее его отдать, он меня полминуты весит, зачем мне аргат. Сейчас все в роме на пулит. Yeah.
Вернемся в пустоту! Вот от кости! Что вердета есть раньше? Чем меньше людей, тем легче хилить, да, хилы? Тем дольше бить. Такое говно, да? Вот вы, собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов. Встали, покинули тело, чего вы еще лежите? Че, так понимаешь, сейчас жестко будет, да? Думаю, иди оттуда. Это чемпы. Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Ребят, много людей падало, давайте рыбку поедим. Обязательно будет. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Я на Элинаркину. Хорошо, а будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Поставил рыбу. Пробуй того, что ждет нас в будущем. Сарду! Да-да, задумать смогу. Рел, я дерево в бан кину, короче.
Трекслор. Я почти по КД должно быть массовый ресивинг. Дугер, ты... Иру, скажешь когда? Это словка, пожалуйста, снимите. Тысяч. Фанта, потяните. Зачем вы бьете череп? Кружок, бейте, кружок. Я уже тоже ставлю. Чуман, Супермен, встань, я тебе боб сразу дам. Добивают. Прохилите ДК. Кого дальше? Кого дальше? А они трое извиняются. Да. Я в него таун жму, он просто сразу с таунта кидается в тело. Почему мы я тут, а кидаю. Ты там? Вот я ему таун каждую 4 секунды кидаю. Ну это здесь как PvP здесь.
Я теряю. Дом, забери своего импа. Ой, ты просто стоишь, афакашишь, да? Хоть домашним можешь. А какая разница? А это да. Ну, в чем прикол? Все три моба висят на Элинар. А теперь на мне. Сокол пошел. Толстан. Хэкэдэта он. Ау. Хэкэдэ. Больше не давайте там диминишн тут. Самый легкий босс на. Не знаю, но на циркуле на нем часто вайпались, блядь, это всегда. Не знаю, меня обычно тут пэты сразу грызут. Хилы просто красавчики, спасибо. Ну, как всегда, говно. Шо, я в ДД? Кто не подмытый вообще, или грешный, блядь, чё зовут? Ну зачем тут рить? Тут сдохнуть. Дайте каску шамана. Мне просто не хочет пускать в ДД, все нормально. Всем каску обновить.
ты один будешь ловить или несколько человек будут ловить? Войд, мы держим вместе или я сбоку? Окей. Можно попросить, пожалуйста, чтобы все стали в одну точку, жестко в одну точку, чтобы мимо пролетающие шарики лишний раз их не зацепили. Ну, кто умеет, как и Хьювин, может тупо стоять дальними, блядь, ловить и все. Черный, темный. Договор. Бил. Не будет. Так он что-то упал, не лежит. Да я последний босс. Воронка. Не зали черный, им надо этих бить. Хуй там, блять. Порог. Че, идем тратить ласты, не? Пойдемте погадим. Нормально вроде бы.
А что за прикол вот здесь у них был? Они, короче, надували, что ли, типа меня кто-то надувал? Какой-то дебаф вешался? Когда ты собираешь либо черные, либо белые шары, ты вешаешь дебаф. Ты будешь а потом ты выпрашиваешься. А тут на танка нихуя не упал, он, блин. А, да, боты упали, 258. У меня сараски такие же. Ну там тогда аж не шмот упал, запад нормально. Не так, у нас... Ну, не так-то очень сложно. Так же, как и на циркуле, не? Нет, если ты их себе шанс не повадят. И танков фэншотят. Там есть баф на 100% экспиля за каждый. Очень плохо слышно. Тебя плохо слышно. Очень тихо, погромче чуть-чуть. Не знаю, говорили, что тут вообще надо 5 танков, потому что 4 моба идут. Ну, вряд ли. Сейчас слышно? Слышно. Стойте, смотрите, Ленар пишет, 3 танка нужно. Один на боссе, двое на крипах. Как я понимаю, выходят это... пауки. Давайте он по человеку скажет, что он хотел сказать там. Значит. Да, то есть там надо, как и говорит, 3 танка. То есть отдельно надо заводить одного под босса. Моба, потом одного жука выставлять на, ну, на специально подготовленную лужу, а потом заводить еще одного, чтобы только РДДшники свечились. Под боссом можно заклеивать. Я так, по крайней мере, делал. Где? В какой? Хотя бы до... Да я понимаю, один бегает и заводит по очереди. Мы такой до третьей фазы дожили. А тебя не слышно, они тебя все перебивают, мужланы. Не вижу. Да я ладно, тоже думаю, я рыбку сэкономлю, пойду лучше на БГ. Хоть один трай проживу. Ну давайте постучим хотя бы, может что получится. Нет. Тут что типа ты? На халяву не получится, серьезно. Ладно, спасибо за рейд. Удачи. Поставьте портал, пожалуйста. Это кто, Пук? Нет, это наш. Так, ЕП не левай с рейда, ЕП еще не дали. Где? Где? Могут с других ливнуть, наш уступить. Кто тут был? Ля, там регалии лежат в нем, ёб твою мать. Регалии, ну, это девятые... Он шреддер. Я уже думал, вот завтра, блядь, разрулил. Ну как на ретрик? Ну кому надо? Ох, йо! Мне нужна, ну, блядь, РП. Да я знаю, что мне надо РП, но мне нужен... Ну ладно, давай наше молоко. Что там рулим-то? А вот запа мне нужно. А, РП. Касуки забирай. О.
Рога кожим. А тут никому не нужна хвора, разве что друидам. А, Роми. На дизенчан 100%, блин. Сори, я на этого... На магика сруливаю. Типа, если можешь... А бычка? Вручную. Ну да, вон вроде как испуганный. Я просто не закрыл повиклик. Я сам пошел на бычку. Да еще сам не попал. И Редрику протопал. Давай на дизенчон, блядь. Пиздец, ролл, нахуй. Давай сюда. Дай сюда, бля, Денис, я скинул сотку на. По магику говорят, уже трает, уже поздно. А мне та же самая статинга. Это царяски, они одинаковые, пиши. Ромни, батл дэнс, дека. Блять, не тебя запомнил. Там есть что на ретрика, не? Это ж пока не ливать, да? Это начислить. Нет, не ливать. Офаться можете, но ливать не. Пусть никому не надо. Ты линка не сначала, я их тоже рулю. Ретрика дека. Ну они на мейн роли. Давай сюда, они мне как раз нужны. Я знаю, но у меня хуже немножко. Тоже хостой. Кому, твинси? А, молись. У меня с груля. Ля. У меня просто с груля, там тоже с мастерством. Да, хотел сказать, что нужно, а я забыл, что у меня этим, блин. Они продаются на... Да, они как боя считаются. Они идут как к бое, но ты можешь их разрулить, потому что тебе много ты будешь брать. Смотри, мы их закидываем все в одну ячейку в ГБ. Кто докачет, например, 450, берет себе просто обычный комплект рецептов оттуда и все. Говорится, кто выкачал, кто будет для людей бесплатно крафтить. Взял комплект, все, пожалуйста, крафти на здоровье. Ну, посмотришь, там много лежит, достаточно большой комплект лежит. Сферы рыцаря. Что? Ты тут? А ты же можешь сводить Золоман? Золоман. Да, могу, если будет нормальный лог, если задум решится. Но смогу. Нет, а я, если ты был бы уверен, что клинит, понимаешь, придет во вторник. Сейчас посмотрим. Просьба, не ливайте, давайте четвертую кату сделаем. А, пятую просят. Мне четвертая надо. Ну давайте четвертую пятую сделаем. Надо Зою. НДДшник 250 хватит. Ну, пятую. Что там пятую делает? Ну так я говорю, один ДДшник, он и ШП в соло закрывал эту кату.